Здоровье армавирцев. Реализацию нацпроекта обсудили на специальном совещании в мэрии. Ремонт дорог. В Армавире устранили большую часть повреждений на проезжей части улиц. Ярмарки летом. Приобрести продукцию владельцев ЛПХ можно на фермерских двориках. Смотрите программу «Новости Армавир» по будням в 19:00, повтор в 6 утра, 6:30 и 12:30. А также в любое время на сайте городармавир.ру.